Белая акула – королева океана. Белая акула – самая большая рыба на планете, обитают в поверхностных слоях толщи вод различных океанов, хотя встречают их и на глубине. Только в Северном Ледовитом океане нет акул. Называют этих рыб хищников белой смертью, рыбами-людоедами и крахородонами. Их так назвали, потому что их брюшина окрашена в белый цвет. Из-за специфического окраса заметить рыб издалека сложно. Серый окрас спины и боков не дает возможности увидеть их сверху. Они сливаются с поверхностью воды. Если смотреть со дна океана вверх, то белое брюхо не выделяется на фоне неба. Туловище акулы визуально разделяется на второй части при взгляде сбоку издалека. Самки акул крупнее самцов. Средняя длина самок крахородонов составляет 4,7 метра, а самцы вырастают до 3,7 метра. При такой длине масса их тела варьируется в пределах 0,7–1,1 т. По оценкам специалистов, рыбы-людоеды, находящиеся в идеальных условиях, могут вырасти до 6,8 метра. Пасть хищной рыбы широкая. Внутри расположены 5 рядов треугольных острых зубов, их высота достигает 5 см, количество зубов – 280–300. У молодых особей первый зубной ряд полностью меняется каждые 3 месяца, у взрослых – каждые 8 месяцев. Особенностью крахородонов является наличие зазубрин на поверхности зубов. Акулы обитают у суши, так и в отдалении от суши. Преимущественно акулы плавают в поверхностных водах, но некоторые экземпляры удавалось обнаружить на глубине более 1 километра. Предпочитают они теплые водоемы, оптимальной температурой для них будет 12-24 С, и подходят акулам опресненные и малосоленые воды. К основным центрам скопления хищников относят прибрежные зоны в Калифорнии, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии. Акулы также встречаются вблизи от берегов Аргентины, Республики Кубы, Багам, Бразилии, восточного побережья США. На востоке Атлантического океана, от ЮАР до Франции. В Индийском океане, встречается вблизи от Сейшельских островов, в Красном море и водах Республики Маврикий. В Тихом океане, вдоль западного побережья Америки, от Новой Зеландии до дальневосточных территорий. Часто акул можно увидеть вокруг архипелагов. Отмелей, каменистых мысов, на которых обитают ластоногие. Отдельные популяции живут в Адриатическом и Средиземном морях. Но их численность в указанных водоемах за последние годы существенно сократилась, они практически исчезли. Нападения их настолько стремительны, что в погоне за добычей они могут полностью вынырнуть из воды. При этом животные развивают скорость выше 40 км в час, неудачная атака не прекращает преследование жертвы. Они могут поднимать голову над водой во время поиска добычи. Ранее считалось, что естественные враги у белых акул отсутствуют. Но в 1997 году людям, наблюдавшим за китами, пришлось стать свидетелями нападения на взрослую белую акулу. Атаковал ее представитель китообразных – касатка. Длительность жизни крахородонов составляет в среднем 70 лет. При этом половая зрелость у самок наступает в 33-летнем возрасте, у самцов – в 26-летнем. Расти они прекращают с момента наступления половозрелости. Люди не представляют интереса для акул, хотя зафиксировано немало случаев, когда они нападали. Чаще всего жертвами становятся дайверы и рыбаки, которые подходят к хищнику слишком близко. В водах Средиземного моря наблюдается акулий феномен, в соответствии с которым крахородоны уплывали после одного укуса. По мнению специалистов, акулы, испытывающие голод, могут спокойно поживиться человеком. Чаще всего при встрече с акулами люди умирают от потери крови, утопления либо болевого шока. При нападении хищники ранят добычу и ждут, когда та ослабеет.